Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ о преподобномученице великой княгине Елисавете Федоровне, ее жизни и трудах. Елизавета Федоровна, она, наверное, сегодня намного более актуальна, чем была в свое время. И для меня, как для человека церковного, конечно, самое привлекательное в Елизавете Федоровне ее такая подвижность в смысле неравнодушия. То есть она подчинялась тем правилам, которые диктовало ей общество. Но в то же время она была очень изобретательной на добро. Она всегда что-то придумывала. Она там в том же Ильинском построила этот роддом. Женщины в роддом не идут рожать. Она стала доплачивать им деньги. Стала делать какое-то большое приданное, из-за которого женщины захотели пойти в роддом. Начали детки выживать. Появилась следующая проблема. Дети выживают, а мамам надо идти на посевную или на уборочную. Что делать? Она создает такие первые ясли, когда одна мамочка заботится обо всех детях, а другие мамы спокойно идут в поле и занимаются. Да? И вот это, конечно, для меня такой очень большой пример. Не закостеневать в том, что ты делаешь, не любоваться своими делами, а быть внимательной, чуткой и смотреть, что происходит. И реагировать на то, что происходит вокруг тебя. Кому сегодня нужна твоя помощь? Это первое. И второе, конечно, но я, наверное, повторю то, что я говорила уже много-много раз. Меня очень привлекает и восхищает в великой княгине и... Наверное, это то, чему я очень хотела бы у нее научиться, это ее такая верность. Верность во всем. Верность своему супругу. Верность государю-императору. Верность стране, нашей стране. Нашей стране, куда она приехала только в 20 лет. Но она пишет в письмах государю: «Ты знаешь, что я до последней клеточки русская». И верность Христу до самой последней своей минуты. И, наверное, сейчас это качество особенно актуально, и, к сожалению, сейчас его можно встретить все реже. Сложно сказать, что здесь что-то сохраняется, потому что обитель, она как бы сейчас живет как бы при великой княгине, потому что мы, по большому счету, ничего не меняем. И поэтому мы и сегодня живем теми заветами, которые когда-то заложила здесь она. Поэтому начинается сестринский день с того, что сестры приходят в храм, читают свои правила и поют канон святой преподобной мученицы Елизаветы, тем самым испрашивая ее благословение на день. И после этого, только после уже литургии, сестры расходятся по делам. Поэтому все сотрудники тоже, большинство сотрудников перед началом своего рабочего дня заходят в храм, просят благословения великой княгини. Поэтому она присутствует везде. Но для нас было очень важно понять какие-то основные принципы. Как же она выбирала вот эти проекты, которые она открывала. И мы для себя, открыли какие-то такие вот моменты. И один, может быть, главный из них – это именно актуальность. Актуальность – это когда ты не просто вот что-то там начал делать, например, вот есть у нас центр реабилитации, все, и мы теперь всегда реабилитируем детей. А что вы их реабилитируете? Уже много центров. А вот у нас же есть центр, что нам дальше делать? Так будем их реабилитировать. Нет. То есть это сложнее. Это требует постоянной включенности, постоянной внимательности. А что сейчас важно? Ага, вот реабилитация, да, сейчас очень много детишек реабилитируют в других центрах. А вот есть какие-то другие направления, которые сейчас никем не затронуты. Например, там бабушки, которые находятся по домам и которые не могут сами себя обеспечивать, и таких бабушек становится все больше.
они не только не могут сами себя обеспечивать, они, конечно же, не могут и оплатить услуги сиделок. Поэтому что им делать? Ага, вот это направление сейчас более актуально. Или вот сейчас началась спецоперация. Сначала был ковид. Появилось намного больше людей, нуждающихся в элементарных каких-то вещах, которых не хватает там средств на еду, на медикаменты, там, на уход за ребенком. Это тоже сейчас выходит на первый план. Поэтому мы считаем, что вот эта вот актуальность, к которой стремилась великая княгиня, и для нас сейчас это одно из приоритетных направлений таких. Если так в общем сказать, то есть у нас направление детское, это вот реабилитационный центр, есть детская паллиативная выездная служба, есть детский дом и детский садик, как мы его называем, но это такой тоже своего рода реабилитационный центр, но в который дети приходят в режиме детского сада, то есть с утра приходят, вечером их родители забирают домой. И второе направление – это помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. То есть это вот патронажная служба, которая выезжает на дом к подопечным, и там им помогает служба работы с просителями. К детскому направлению также у нас еще относится центр семейного устройства, школа. Такие вот направления, они у нас довольно стандартные, но только в то или иное время какие-то из них выходят на поверхность и становятся, может быть, более важными, более актуальными, и мы на них обращаем внимание больше, чем в другое время. Понятно, что это социальное общество, оно никогда не меняется, и проблемы более-менее одинаковые. Конечно, сегодня мы не учим женщин грамоте и не достаем детишек с хитрого рынка, хотя, например, в 90-е годы, когда обитель только открывалась, это было очень актуально. И вот мои предшественницы, они именно этим и занимались, они собирали этих деток. Еще когда я сюда пришла, было сколько случаев, когда просто ребенка привели на территорию и бросили. И если мы успели маму эту схватить и сказать, дайте нам хоть какие-то документы, это слава богу. А если не успели, то приходилось вообще устанавливать личность, кто это, что это. Сейчас этого гораздо меньше, но я бы сказала, ну вот нас это не касается уже очень давно. Но есть какие-то другие вещи. Вот, как я уже говорила, службы работы со случаем, они сейчас принимают очень много людей. Среди них и москвичи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, приезжие люди, сейчас беженцы с Украины, отовсюду люди. Поэтому сейчас это очень важный проект, и мы стараемся уделять ему особенное внимание. Так же, как вот и престарелым людям. Продолжим рассказ о преподобномученице, великой княгине Елисавете Федоровне, ее жизни и трудах. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!